Приветствую всех! С вами Владимир Рашпиль. Третий день тренировок по отжиманиям. Сегодня, как и всегда, будет два подхода. Первый подход будет армейские отжимания 44 раза. Второй подход — стандартные отжимания. Мой тестовый показатель плюс 20%. Начинаем. Сорок четыре раза. Стандартных в этот раз будет 44 плюс 9. Итого 53 раза. Осталось 15 секунд до второго подхода. 10. Садимся, ноги прямые, руками сзади уперлись, спину выровняли, одну ногу поставили за колено другой, например, левую за правую, и затем корпусом поворачиваемся в сторону согнутой ноги. То есть влево, в моем случае. А рукой так коленку обняли и прижали живот к бедру. А затем вот так вот локоть вывели за колено. И уводим в сторону таким рычагом. Таким образом задняя поверхность растягивается широчайшей. А та рука, на которую опираемся, помогает нам довернуться сюда. И мы одновременно, тут упираясь рычагом, а тут рукой себя дотягиваем в сторону. Спину максимально стараемся ровно, не сутулиться, никак не кривиться, а ровно макушка тянется вверх. Поворачиваемся. Никаких болевых ощущений.
никаких супер там натяжений. Носок ровной ноги на себя можно тянуть. И также 2-3 раза глубоко подышали. Ничего не зажимаем. Боли ни в коем случае не должно быть. Приятное ощущение. Хорошо, теперь не спеша. Согнутую ногу возвращаем, выравниваем. Поправили спину, снова выровняли. И теперь правую ногу за левое колено. Заступили правой ногой. И вправо будем поворачиваться. Соответственно, левой рукой обхватываем колено. Прижали живот к бедру. Носочек на себя. И затем заводим локоть, кому насколько позволяет, за колено и делаем рычаг. Далее задней рукой доворачиваем сюда. Хорошо. И получается, спину держим ровную. Смотрим в сторону назад. Дышим. Вдох. Выдох. Если у вас есть зеркало, можете себя проконтролировать, чтобы плечи находились в одну линию относительно пола. Вдох. Выдох. Глубже повернулись. Хорошо. Выдох. Разворачиваемся обратно. Не спешим. Хорошо. После этого сделаем такой наклончик вперед. Только вчера мы делали с ногами примерно на ширине плеч. А теперь мы сделаем ноги вместе. Сгибаем. Также укладываем живот на бедра. Руками беремся за пальцы себя. За пальцы ног. Выравниваем. И теперь смотрите. Мы руками еще больше притягиваем живот к бедрам. Но спину не кривим, макушка смотрит вверх. Вдох, выдох, притянули. А теперь уже пальцы ног тянем от себя. И вы почувствуете, как дотянете еще спину. Вдох, выдох, хорошо так дотянет не спину. Выдох. А теперь отпустите ноги. То есть пальцы не тяните, носки от себя. А потяните руками наоборот к себе. Еще один вдох и выдох, расслабились вообще. Это медленно-медленно возвращаемся. Раскрылись, хорошо. Последнее упражнение. Растянем грудную и плечо. Вкладываемся на коврик. Сбоку, чтобы было куда доворачиваться. Ну или на полу, кому как удобнее будет уже. Руку кладем ладонью на пол. Еще себя чуть-чуть довытягиваем рукой. А затем второй рукой подворачиваем себя. И разворачиваем тело. Накатываемся на плечо ровной руки. Насколько позволяет. И опять же работаем дыханием, глубокий вдох-выдох. Постепенно у вас получится развернуться немножко больше, куда навалиться. Выдох. Можно помогать себе, да, вот так вот ногами. Выдох. Также, если получается, можно помочь вот тут себя взять за пояс. То же самое вы почувствуете. Так, вы можете себя докрутить. И возвращаемся.
Рекомендации поправки слушайтесь, но в то же время и прислушивайтесь к своему телу. Почти всегда оно вам тоже подсказывает, как, что, где лучше сделать. Этой рукой телом я себя разворачиваю. Голову не зажимаем, вот так, свободно повесили. Можно чуть-чуть там туда-сюда, но не зажимаем. Наблюдаем, чтобы нигде не появлялось излишнего напряжения. А максимально по возможности вы делали именно то, куда направлены все ваши движения. Но в данный момент, да, на скручивание тела и наваливание как на плечо, чтобы его потянуть. Раскрыть и растянуть это мышцы плеча, груди немножко. А вот тут, может, добавляем, да, и работаем еще и с позвоночником. Хорошо. И также не спеша, медленно возвращаемся. Эти скрутки можно повторить 2-3 раза. Каждый последующий раз у вас будет получаться все больше скрутиться, все больше растянуть мышцы. Все, на сегодня закончили. Еще думаю в эти тренировки отжимания добавить тренировку на пресс. Так что, думаю, завтра будет еще и пресс. До новых встреч. С вами был Владимир Рашпин. Удачи, успехов. Пока.